Я имею некоторым образом отношение к этому делу. Вместе с главой района. Надо сказать, что у главы района голова на месте. Он не прожектерством занимается, а конкретным планированием. Умеет мотивированно доказать и доложить, что и как нужно достроить. Поэтому сюда были вложены деньги, которые пошли на хорошее, можно сказать, теплое дело. С праздником. Слово предоставляется главе района Марченко. Сегодня люди, которые возводили данный объект, поняли и почувствовали, что даже в самое сложное время поддерживает эту инициативу администрации края. И мы все радуемся этому большому делу, которое есть. Убежден, что если совместными усилиями сегодня направить во благо все те дела, которые есть в крае, они дадут результаты незамедлительно. Надежды практически уже не было даже в августе месяце, что мы ее введем. Но тем не менее... Ну что ж, раз, два, три, да? Раз, два, три, поехали. Отлично. И еще. Отлично. Это же надо пойти погреть. Операторы здесь постоянно круглосуточно находятся, все отражается на самописцах. Значит, не все еще до конца у нас, правда, отстроено, но, Виктор Иванович, это мы по ходу дела сейчас отлаживаем, все настраиваем. Нет, то тепло есть, пошло. Тепло пошло. А остальное в процессе? А в остальном процессе, совершенно верно. Так у нас получилось, что сейчас. Хотел уже работать. Но, тем не менее, количество осталось. Просим вас сделать. Это будет такое. Ну, ребят, ну чучело какое-то сделать. Не надо. Не надо? Как есть. Хорошо. Как есть. Получим. Государственного унитарного значения предприятия Курагинское дорожно-ремонтно-строительное управление за благоустройство
нашего труда, за высокую оценку нашему району во главе с Марченко. И надеюсь, что следующим годом будет наши объекты, объекты здравоохранения. Ну, а мы окажем доверие вам. Надежда Ивановна, это ваш клиент. Поздравлением генерал-губернатора присоединяется... Должностных лиц, которые регулярно посещают всякого рода мероприятия, вот могу сказать о собственных впечатлениях. Мы очень часто присутствуем на памятных днях. Это соотношение начинает меняться. Конечно, время сейчас нелегкое, и чтобы эта ситуация разрядилась. Природа... ...получение питания недостающего поколения. Поселок Еще раз всех с праздником, спасибо, личного счастья и производственных успехов. Новых. Закончились полевые. Колокольчик, колокольчик, есть барыня ты моя, сударыня ты моя, колокольчик. Едут, едут молодые, едут, едут молодые. Thank you.
не государственное получается. Абшишев Александр Андреевич, тракторист Курайского ГСУ, удовлетворение просрочной группы и высокие показатели в работе. Thank you.
дальнем участке предприятия поезд заголосует. А сейчас я приглашаю на сцену депутата законодательного собрания Красноярского края Зяблова Сергея Филипповича. Приветствую. Та вещь, когда мы с двумя директорами спасали вашу культуру, а вот эти два дворца. И сегодня так приятно чествовать передовиков производства. Приятно и то, что сегодня так, оно было, сегодня вот уже так есть. И это приятно, что достойно, я говорю сейчас, все. Почетный грамм. Павлов Сергей Артемьевич, нашлись пользоваться на другую. Спасибо за награду. Ну что, мужики, даешь в 2002 году Красноярск? Мастер по грузоотгрузочным работам ООО «Поезд»,
драгоценным подарком чайник и пальчик. Награждается. Спасибо. Лауреаты краевых конкурсов. Yeah.